Весна – самое прекрасное время для приготовления свежего зеленого чая. Самый известный зеленый китайский чай называется лунцзин или колодец дракона. Способов его приготовления очень много, но мы рассмотрим несколько. Один из них – традиционный – заваривание чая в гайване. Температура воды должна составлять около 85 градусов. Прогреваем гайвань, после чего помещаем туда чайный лист. Аккуратно, по кромке, чтобы не обжечь свежие листья, заливаем водой. Ждем несколько секунд, и прекрасный напиток готов. Следующий способ достаточно современный, но от этого не менее изысканный. Чай заваривается в чайном стакане или чайной колбе. В первую очередь мы заливаем воду все той же температуры, около 85 градусов. Сверху добавляем чайный лист. Такой способ приготовления называется верховой. Прекрасного чаепития, друзья, и хорошей весны!